Apple официально презентовала бюджетный iPad. Apple iPad имеет дисплей с диагональю 9,7 дюйма и поддерживает Apple Pencil. Стоимость гаджета составит $329. Стилус обойдется в $99. Компания Apple презентовала свой бюджетный iPad, рассчитанный на образовательный сегмент. Новинка получила экран с диагональю 9,7 дюйма, поддержку Apple Pencil, а также ряд улучшений в сравнении со стандартной моделью. Об этом пишет The Verge. Стоимость новинки составляет $329 для обычного покупателя. Для школ цена будет ниже – $299. При этом стилус к iPad придется приобретать отдельно. Его цена составляет $99. Известно, что до настоящего момента Apple Pencil поддерживал лишь iPad Pro. В основу устройства лег чипсет Apple A10 Fusion, аналогичный тому, который использован в iPhone 7. Новинка также получила сканер отпечатков Touch ID, фронтальную HD-камеру FaceTime, основную камеру на 8 MP, LT-модули 10 часов автономной работы. Производитель отметил, что уже с сегодняшнего дня iPad доступен для предзаказа. Первые покупатели смогут получить устройство в течение недели в США, Китае и Европе. Ранее сообщалось, что компания Apple провела в Чикаго презентацию своих новых продуктов. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.